А теперь гвоздь нашей программы. Эксклюзив из Штатов от Бориса Маньянита. Обзор нигилиста. Эта ерба дала блаженство равновесия между небесами и землей. Гармония вкуса. Непередаваемое совершенство аромата. Слияние сознания, тела, разума и духа. Глоток этой ербы создает иллюзию касания с вечностью. В этом состоянии сложно что-либо говорить о вкусе, либо о каких-то других мирских характеристиках. Это наслаждение гармонии, воспарение и пребывание там, где надлежит быть душе хорошего человека. А в сравнении с уже двумя продегустированными марками? Разное. Все, что мы сегодня дегустировали, было очень различно и по вкусу, и по действию. Я думаю, если поменять комбинацию, то и вкус, и действие этой травы бы воспринимался по-разному. Но в той последовательности, которая у нас была, и так как мы пробовали, то есть тут я бы назвал это сладостью нектара луговых цветов. Прекрасно. А по поводу аромата? Пару слов. Аромат пряный. Но опять же, пряный сладко. Сладко-пряный аромат. И очень явно выраженный, то есть сильный. Спасибо. Пару слов о маньяните скажет Виталий. Первое и основное скажу, что те, кто сегодня не пришли, вряд ли попробуют эту траву где-то еще. Когда-либо. Ну, и говорят, когда-либо. Что могу сказать? Вкус изысканно нежный. Просто такой на грани чувствительности. По ощущениям, такое приятное времяпровождение. Расслабленно, не спеша. В то же время тонко-тонко, говорят, для ценителей тонкого вкуса. Если сравнить с первыми двух, то это что-то среднее между ними. То есть немножко поднимает воздух, но не так, как наша Федерико. Но в то же время и не приземляет очень сильно, как Анна Арба. Парк. Анна Парк. То есть это как раз вот среднее между. По 10-бальной шкале сколько? 10-бальная? Поставил. По-моему, 11. Как уже говорили предыдущие дегустаторы, эта марка является эксклюзивом от Las Marias и ориентирована преимущественно на американский рынок. Можно даже сказать, на внутренний. В Европе вы ее не увидите. И в принципе это не удивительно, потому что действительно продукт очень достойного качества. И с моей точки зрения, из всех продуктов Las Marias это лучшее. Почему лучшее? Потому что сбалансированный вкус, очень мягкий, без резких контрастов, как то Тарагу или Юнайен, которые оставляют своеобразное послевкусие. Она более мягкая, но вместе с тем сочная. Вкус вишнёвого такой лиственный, приятный, сочный. Аромат очень тонкий, фруктово-древесный. Именно с чуть-чуть копченостью, то есть легкая копченость.
пьется долго и приятно. Состояние после нее такое энергичное и вместе с тем концентрировано. Можно еще пару слов отметить по поводу упаковки. Упаковка, как здесь видно, четырехслойной ламинации. Она предохраняет влагу, ну и также способствует лучшей герметизации. То есть аромат сохраняется и восходит. Данный продукт у нас из партии, расфасованный в мае 2015 года. То есть примерно год до окончания срока. И надо сказать, учитывая то, что мы уже ее употребили, оно того стоит.